И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved, а также на фьордах. Ну и что, продолжим в канале по избиванию боссов. Почему по избиванию боссов? Ну, можете посмотреть на мое предыдущее видео, когда я просто мог вызвать с помощью мода гигу, выведенного гигу тем более, то есть, который имеет мало того, что и так урон мощнейший, так что и выведенный, и имеет привязку 100%, то есть, как бы, это прям. Поэтому что? Правильно, идем дальше. Флажки расставлены, ресурсы собраны, гига на место вернутый. Погнали. Сегодня пойдем на мегапитека. Босс Гориллос. Все та же старая добрая пещерка, где мы лутали. Ой, это что-то только не лутали. Погнали! Да, можно было пройтись там, но пойду здесь. Кстати, это прям не есть хорошо. И опять эта странная дымка. Окей. Ну, допустим. Но не выкидывать же. Так. Гамма, давай дефолтная. Дымка, конечно, это бесячь. Ну, этот туман, видите, вот это прям. Ах. Надеюсь, хоть босс будет не в таком, так сказать, положении. Единственное, что можно, конечно, попробовать, знаешь, что сделать? Взять вот это седлышко. Так, нет. Давай отправим тебя до дома. Вызываем гигушку вот такого. Надеваем на него седлышко. Вот такое. И уже попробуем на нем сгонять. Но, естественно, хилки. Ну и на выносливость пускай будет. Но я прям переживаю, что явно может что-то пойти не так. Даже на бете. То есть, точнее, на гамме. Но, погнали. Посмотрим, что у нас будет. Так, ты у меня где находишься? Ты у меня вот 287-й. Ты у меня 287-й. Ты у меня находишься здесь. Чтобы не спутать. Так, да, пожалуй, вот это можно убрать отсюда. О, этих оставим. О, зимка, зимушка, зима. Хм, интересно. Да что, дефолтная локация, что ли? Или у паучихи и раньше были вот эти вот всякие колонны и так далее. Блин, надо пересмотреть свой первый сезон, где на острове я тусил. Нет, это не дефолтная локация. Нифига не дефолтная локация. Так, вызываем гигулю. Нет, это не дефолтная локация, это также созданная локация. Кстати, где мы сейчас находимся? Ага, мы находимся слева сверху. Прикольно. А высота или глубина? А, ну, допустим, на ком можно глянуть-то? Ну, допустим, вы здесь тусуетесь же? Тусуетесь. Ну-ка. А этим мы, получается, над локацией. Прикольно. Не, мне просто интересно проверить, что когда где. Так, это у нас не стоит забывать, это у нас обычный. Этот козел бьет так бьет. То есть это просто прирученный гига. Как я приручивал гигу, можете посмотреть, видосы есть. Это обычный прирученный гига. Просто с охрененным седлом. Так, обезьянка начала двигаться, и погнали. Ну, урона немного, но все же еще много. Я бью, а он не подходит. Вот, это хорошо. Ах ты ж козел. А мог и раньше не подходить? В смысле, и дальше не подходить? Давай, рычи на меня. Ах ты, козел. Ну, урона не вносит, потому что багуется.
Усталость, конечно, образовалась, но бог с ним. Тихо, давай-ка не будешь вот это швыряться, кидаться меня куда-то там. Да. Ну, на дефолт нам тоже можно пройти, главное это седло. Гамушка пройден, да, зеленая головушка. Ей! Отлично. В эту, я думаю, не смогу увести. Я прям что-то в этом не сомневаюсь. Прям не шутя. Поэтому как-то так. Но качнулся, красава. И дефолтный, как говорится, на что-то, да, способен. Ты летишь домой. Красава. Ну а мы возвращаемся обратно к терминалу. О, вы посмотрите, что здесь есть. Прикольно. Вызываем бета. Мегапитек средний. Мегапитек сложный, мегапитек легкий. Да уж. Так. Ну, не знаю зачем, но так поинтереснее, когда стоит ближе к центру. Да, здесь тоже как бы вот своя локация, прикольно, прикольно продумано все-таки. Вот полностью вот туда свою локацию сделали. Казалось бы, ну, что-то сделать, но иногда этим не заморачиваются. Так, вызываем Гигашулю. Yeah. Как говорится, самое главное не упасть вниз. Так, чувак, погоди. Смотри. Это ж не деревья, это какая-то типа постройка занесенная снегом. Блин. Тут еще и вдаль локация немножко подпродуманная. Мне, конечно, интересно, могу ли я упасть туда вниз, но не хочу проверять. Знаю, что на обычной локации на Айсленде у меня два Рекса улетели. Не хочу проверять и здесь это. Ну, здесь уже все по стандарт, по дефолт. Как нефиг, нафиг, давай мочить. Ну, то есть, как бы, здесь, ну, здесь вы вот видите урон. Блин, ну, это уже избиение прям чистой воды. Тут прям это. Не, конечно, с обычным гиги мне повезло то, что Мегапитек, он, ну, немножко затупил. Немножко затупил и застопорился. И он меня не бил. Он меня только доставал камнями. Так что это уже тоже, как бы, плюс. Здесь же это прям пиу-пиу-пиу. Пиу-пиу-пиу. Красота. Красота и голова. Бета. Гамма. Замечательно. Так, не. Погнали туда дальше. Во! Что я показывал. Далее. И далее. Что тут есть? Человек. Причем обелисков-то здесь нету, но на этой карте есть обелиск. На этой карте есть обелиск. Пускай рисунком. Так. Ресурсы говно. Ну реально. О, такой барельефчик, прикольно. Человек. Там вот непонятно кто. Ну вот, наверное, типа Хамадеус, как вариант, типа вот такого занесенного. Хотя фиг знает, это ж типа эти делали люди. Поэтому кто ж его знает, кого они там рисовали. Может, они просто тупо рисовали своего вжака. Ну, то есть, типа, правители ихнего поселения, и вот они его нарисовали, как бы. Типа, выше него только обелиски, бла-бла-бла. Два, не показалось. Все нормально. Так, и последний альфа. Тратятся все абсолютно ресурсы, которые были здесь заготовлены, но нам больше не надо. Я думаю, уж с Хати мы... О, господи, с Фьордом мы справимся. Надеюсь, без проблем. Надеюсь. Ну, конечно, альфа Мегапитек будет посерьезнее в плане того, сколько он будет урона вносить. Это понятное дело.
Вот, но я думаю, мне ни хилки, ничего не пригодятся. Самое такое, что в нем бесит, это его камни. Его камни, которыми он просто кидает и отталкивает. Вот это самое такое бесячее, которое ты можешь... из-за чего, так сказать, ты можешь и упасть. Нет, слушай, вот это точно обрыв, туда точно можно грохнуться прям без вариантов. Прям без вариантов. О, у этого еще агр больше. Ну он быстренький, ты смотри какой, а? Ах ты свинарын. Какой... Серьезный? А я вот возьму и обойду. И вот теперь это моя территория, и это я защищаюсь, понял? Иди сюда. Это моя территория, это моя пещера, это я ее защищаю, понял? Понял? И не подходи сюда больше, никогда. Ну, хоть какое-то разнообразие должно быть. Бэм. Yeah. Еще куча элементов и еще больше голов. Да. Ну, если честно, бруда снесла. Ну, так сказать, бруда была более тяжелой в плане урона, но этот скотина был быстрый и отталкивающий. То есть он вот это вот то, что он толкает туда-сюда, это прям сильно бесит. Ну, прикольно. Прикольно. Еще раз, где мы находимся? Ну и да. Как-то так. Ну что я могу сказать? Как-то так. Да, гига, да, читерно. И что? Это локалка. Сотню раз об этом всегда говорил. И банил людей, которые что-то пытаются высказать. Типа, да ё-моё, и все в таком духе. Обожаю банить людей. Почему? Ну, потому что если ты дебилёхонький и сам не допетрил, ну, блин. С дебилами разговор, как говорится, короткий. Ну, а я на этом уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, ну, конечно, делиться моими видео с друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока, всем счастливо, добра, всем пока.